Приветствую всех на канале Корейская кухня проще простого. Сегодня готовим салат из пак чоя. Пак чой разделяем на листочки, тщательно промываем, особенно вот эти места. Это, кстати, не грязь. Серединку разрезаем наполовину или на четвертинки. В кастрюлю или глубокую сковородку набираем воду, доводим ее до кипения. Как только вода закипит, опускаем пак чой. Перемешиваем и варим пак чой в течение 1 минуты. Минута прошла, выключаем плиту. Держим пак чой в кипятке еще 1 минуту. Прошла еще 1 минута. Теперь откидываем пак чой на дуршлаг и промываем холодной проточной водой до тех пор, пока пак чой полностью не остынет. Затем даем воде стечь и немного отжимаем его. Поджатый пак чой натираем чеснок. Добавляем 1/3 чайной ложки соли, 1 полную столовую ложку соевого соуса, 1 столовую ложку обычного растительного масла, 1 столовую ложку устричного соуса. Также добавляем 1 чайную ложку жареных семян кунжута и чайную ложку кунжутного масла. Все тщательно перемешиваем. Салат из пак чоя готов. Можно подавать к столу.